Ну, вообще, актер хочет нравиться, конечно, нравится, надо зрителю впечатлить его своей игрой. Но Станиславский тоже говорит, это уже конечный результат. Если вы напрямую к нему пойдете, то вы будете отдаляться от этого. Зритель не любит, когда с ним как дебилом обращаются, когда ему говорят, я хороший, я хороший. А когда ты начинаешь делать что-то хорошее, когда ты начинаешь через какие-то ходы, через историю, зритель сам до этого доходит, что вы хороший. Вот тогда вы хороший, вы милый, тогда уже улыбки ваши уместны. Знаете, если с технической точки зрения говорить, я помню, мы в 8 классе поехали в Останкино, и там Супонев еще живший, там Дэнди «Новая реальность» была, и нас всех посадили, там ребятишек, и мы сидим, я улыбаюсь, сижу, улыбаюсь, 15 минут проходит, свет выставляют, камеры, подготовительный момент какой-то идет, потому что наша группа, она неожиданно пришла, и они, видимо, так подсуетились, давайте в кадр этих зеленых. Я сижу, улыбаюсь, я понимаю, что 15 минут, что у меня щека дергается. И я такой, ой, и слышу там, камера, поехали, мотор. Я такой, дурак, а что я улыбаюсь про себя, как сейчас помню. Я такой, скинул все в себя. И сижу спокойно уже, не улыбаюсь. Ну, так иногда делаю. Ну, когда это неестественно, это все равно и вам, в конце концов, дискомфорт будет. У нас актриса на курсе была, надеюсь, она не поймет, кого я имею в виду. Так она вот иногда, вот знаете, вот так вот, такая улыбка. Ну, нервная такая, но она от этого теряла симпатичность свою. Поэтому улыбаться надо каким-то этим, понимать, почему вы улыбаетесь. Ну, перед зеркалом тоже можно изучить свою улыбку. Если у вас золотые зубы и через один, тогда, может быть, не стоит улыбаться во все зубы. Может быть, как-то надо понимать, что вы, ну, как бы, используйте сильные стороны, скрывайте слабые. Как смех без причины признак дурачины, так и улыбка без причин тоже говорит об этом.